Здравствуйте, земляне! Я Александр Док. Вот лежу на кровати. Видите, на мне теплый свитер. На ногах двое носков. Знобит меня что-то. Два дня назад я, честно, перетрухнул сильно. Получилось так, что пришел с работы, а меня трясет, колотит. Не могу согреться, я перепугался. Виктория говорит, ну что ты, уже собрался? Я говорю, да кто его знает, сейчас в мире такое творится, а вдруг на меня напало что-то. Мы там ездили по торговым центрам, может, где-то что-то и подхватил. И, короче, я струхнул немножко. Она мне дала карвалолу, успокоила. Я сходил в ванну, согрелся и заснул нормально все. На следующий день пошел на работу. На работе отработал весь день, но к вечеру меня опять стало колотить, опять холодно, опять трясет меня. В общем, померил температуру 35,5, пониженная. Но, честно, земляне, вот в этом случае я обрадовался, знаете. Обрадовался тому, что не повышенная температура, а пониженная. И что на меня напал грипп, не тот грипп мировой, а местный какой-нибудь, думаю, ну... И я, знаете, вот этому гриппу немножко обрадовался, потому что думаю, ну, может быть, он оттолкнет тот грипп, который страшный, даже не хочу его называть. Но не должны же два гриппа в одном месте быть, и снаряд же не падает в одну воронку дважды. Думаю, ну так вот, такое состояние. Нет, не подумайте, что я упал духом, я просто прилег, мне так удобно. Я стою, знаете, я подойду к окну. Сейчас все, наверное, дома сидят, и мы тоже с Викторией сидим дома. Ее тоже немножко знобит. Ну, видимо, от меня грипп перешел ей. Она укуталась там, согревается. Продукты у нас есть, мы сидим дома. Ну, в крайнем случае, в саду. В саду у нас есть озеро, там рыба. Кузю мы, конечно, трогать не будем, но рыбы много я зарыбил, поэтому, если что, будем питаться. На улице холодно, минус 3 градуса, ощущаемое, так-то плюс 3, но холодно. Я почему решил снять это видео? Я сейчас объясню, скажу. Вот пройду на свое рабочее место, вот сюда сяду и скажу, земляне, знаете что? Ну, конечно, немножко такое настроение, не то что упадническое, но какое-то вот, как бы вам это объяснить? Чего-то ждешь, чего-то ожидаешь, не знаешь чего, и понятно, тревога какая-то, и нет той радости, что прям безмерной, а какая-то немножечко есть, как бы задумчивая, думаю, что там, как там, сопереживание за другие страны, за других людей, как они там все переносят. И вот честно сказать, что канал иногда и, ну, нет настроения, думаю, в конце концов, может, не до этого, там собачки там, какие-то у людей там горе, а я тут со своими собачками. А потом Жорка прибежал. А потом, знаете что? А потом встаю, беру камеру и иду и снимаю. Беру и монтирую фильм, и выкладываю. И знаете, вот, ну, честно говоря, вот канал и мне помогает в чем-то выживать. Ну, в каком смысле? Отвлекаться как-то, думать о позитивном, о положительном. Потому что, ну, что нам? Лежать вот это вот и ждать чего-то там. Ну, придет, придет. Когда придет, тогда и придет. Ну, и лучше же эти дни прожить с бодростью духа и в хорошем состоянии, чем то, все равно придет это время, но ты к нему будешь идти, знаете, вот такую, ну, все. И что это? Ну, вы понимаете, о чем я говорю? Что чему быть, тому не миновать. Если оно что-то там суждено нам быть, то пусть будет. И пусть мы к этому придем с улыбкой. Улыбку. Я улыбку выдавил из себя. Я не могу. Ну, так получилось. Я улыбку выдавил. А потом она пришла сама. Я ее сначала, знаете, как из тюбика эту пасту выдавливает. Вот и я это. А знаете, еще что тут получилось. Я сейчас хочу передать привет Пьеру. Его зовут Пьер, он живет в Италии, у него жена Оксана. Я когда вчера видео снимал и назвал Марсика Пьер Безухов. А он
его тоже зовут Пьер. И он встрепенулся, говорит, а что это, говорит, там, Александр Док, там, про меня что-то говорит. А ему жена начала объяснять. А вы представляете трудности перевода, когда начинаешь что-то там переводить? Это я представляю, как Ольга Йозефу переводит что-то там такое. Меня это рассмешило. Я, знаете, что подумал? Почему я взял видеокамеру в руки? Ну, не видеокамеру, а этот, телефон. Я на телефон все снимаю. Думаю, да в конце концов, ну, вот как-то вот канал и объединяет, и помогает, и вот люди пишут, и все вот свое там. Алла Пустовит, она живет в Можайске, у нее там магазинчик, говорит, размели все, потом опять навезли товар. Ну, вот она рассказывает, там Йозеф пишет, вот, как у них там все кто-то, ну, кто далеко живет. Я, знаете, вот еще обращение такое, кто далеко живет, может быть, в Германии, в Италии, там, в Америке. Есть у меня подписчики из Америки. Ну, напишите, как вы там. И давайте, знаете что, ну, вот я здесь, вы там. Ну, мы-то все вместе, понимаете? Мы все вместе. Вот этот канал, он нас всех объединяет. Он позволяет нам выживать в этой ситуации. Выживать, знаете как, не так, что вот так вот, а выживать с улыбкой. Ведь он и называется канал «Александр Док и юмор, земляне». Юмор спасает мир. А я, как говорится, встаю и иду. И пойду сейчас в сад, пойду куда-нибудь, сниму для вас что-то, покажу что-то. И продолжаем жить, продолжаем творить. Все равно мы земляне, все равно мы люди. Все равно нам надо быть вместе. И я очень рад тому, что мы вместе, что этот канал объединяет многие страны. Всем привет. Еще раз Пьеру привет. Пусть ему Оксана переведет, что я ему желаю там в этом карантине, ну, с приподнятым духом, понимаете, это время проводить. Не упадническое, потому что у меня тоже бывало иногда. Вот, приедешь на работу, смотришь как-то, ну, не то, все равно какое-то ожидание. Ну, скорее бы закончилось. Думаю, температура поднимется, жара, она выгонит этот вирус, все равно он уйдет. Ну, хотя так скажу, вот мое личное мнение, что Вселенная ничего не сделает зря, ничего. И даже вот я смотрю, мне Галя звонила, дочь, и говорит, пап, ты знаешь, во многих странах, говорит, экология стала лучше, стало небо видно, и, ну, смог ушел куда-то. Вот, люди стали задумываться, стали по-другому к жизни относиться, что я понимаю, что Вселенная мудра и справедливая, она ничего зря не делает. Видимо, это тоже какой-то ход. Задумайтесь все, что это и для чего. Просто я обращаюсь к вам, земляне, что пришло время, и повод именно есть задуматься, что, может, мы что-то делаем не так. Подумайте и делайте именно так. Улыбайтесь, во-первых, всегда. Будьте позитивными. Будьте радостными жизни. Каждому дню, каждому мгновению уже радуйтесь. Радуйтесь, жадно именно радуйтесь. Не просто так, что ой, день прошел и хорошо. Нет, каждая секунда. Вот Дайва там, Дайва, привет тебе. Я на ты, потому что, ну, почему-то захотелось ее на ты назвать. Она там немножечко, ну, приуныла у себя в Прибалтике. Поэтому всем привет. Еще раз Пьеру привет. Еще раз Йозефу привет. Еще есть Лейла Агаева, она живет в Америке. Ей тоже привет. Ну, еще раз повторяю, напишите, у кого как, кто как что переносит. И знаете, без какой-то там тревоги, ну, как есть, так и... Я почему это видео решил снять? Ну, поддержать землян духом, просто вселить в них уверенность, то, что, еще раз говорю, что Вселенная делает все как надо. Поэтому примите это все, и не надо бороться ни с чем. Так надо, все. Надо для того, что, видимо, вот что-то сюда, чтобы вошло. А я беру в руки камеру и пошел. Буду снимать, буду выкладывать ролики. Пока есть возможность, я могу это делать. Вот я оделся потеплей. Курточка, застегнусь. На улице похолодало что-то резко прям. Ну, пойду все равно. Весна-то пришла, но она сопротивляется всегда. И что-то ей там... Пойдем ее немножечко это... похвалим весну, чтобы она посмелее была. Жорка приготовился уже.
Пойдем, Жарисик? Пошли. Пошли. А наши-то, знаете где? Они сейчас там, в гараже. Почему в гараже? Объясняю. Ну, мы же утром их всех выводим. Ну, выгуливать. Лерочек, привет. Доброе утро. Мирка, Марсенчик. Ну, все. Они потом, ну, холодно. И бегут в гараж согреваться. В гараже тепло. В гараже у нас сейчас 22 градуса. На улице, правда, минус 1 было ночью. Даже 0. Нет, 0. А все. Все, радость, что я... Лерочек, пошли. Пойдем. Выведу вас в садик. Пойдем. Пошли. Пошли, пошли. Идем, идем. Компанией большой я стараюсь не ходить. Знаете почему? Ну, опасно. Опасно, потому что большое скопление собачек всегда грозит перейти в драку. Ну, знаете, все зависит еще не знаю от чего. Ну, с Марсиком мы провели несколько воспитательных работ. Не бесед, а работ. И он стал немножечко другим. Все, Мирочка, видите его? Он уже почти было накинулся на Жорика. Жорик пошел вперед. А Мирка, видели, как его? Лерочек, ты здесь? Пошли. А Лерик, он мудрый, он сзади. Он всегда вдалеке от кипиша. Земляне, я прикрываю камеру рукой, потому что ветерок, холодно. Я пойду, знаете, куда? Сейчас пройдем к абрикосе. У нас тут был разговор от подписчиков, что у кого-то абрикоса подмерзла. Вот Людмила Морозова пишет, что немножко подмерзла. У нас нет. Ну, видите, это сегодня холодный день. Морозы прошли, было минус 4. И выжила абрикосы. Потом 2 дня были теплые дни, и пчелки жужжали там, ну, опыляли. Меня это обрадовало, что будут абрикосы. Сейчас холодно, конечно, никаких пчелок и мысли не может быть. И здесь, в общем, они сейчас разбежались, видите, он Жорик туда побежал. Здесь эти, я сейчас подойду к абрикосам, покажу. Вот там у нас абрикосы. Сейчас подойду. Абрикосы. Но тут у нас, смотрю, что-то такое. Какую-то движуха возле камня. А оказывается, вот что произошло. Оказывается, это не камень, это яйцо динозавра. Лирик что-то землю аж копает. И вот он, динозаврик, вылез, видите? Вот он, оказывается, что. А я думал, что это камень. А там, смотрите, туда вон, знаете, там может еще кто-то вылупится. Так, мы тебя забираем домой. Все, это я беру домой. Карман сюда, вот так, все. Он хвост только торчит. А это какая-то пробка из-под шампанского. Серега, наверное, нашел. Но почему-то металлическая. Может быть, раньше такие делали. Пусть лежит. Ой, ветер. Наверное, шум будет. Ну что, я все равно снимаю. Все равно, как я и говорил, что я буду продолжать по возможности делать. Будет возможность, буду делать. Потому что канал все равно меня отвлекает тоже. Я снимаю, а сам думаю о позитивном. Вот, смотрите, видите, абрикоски живые, целенькие. Наверное, опылились, потому что и ветерок, и пчелки были. Ну, долго не буду, у меня руки мерзнут. Хотя и плюс 1 градус 2 на улице, но ощущается как минус 3. Поэтому руки
У меня без перчаток. Хоть и оделся тепло, но... Все. Мы закругляемся. Я специально это видео приклею к обращению к моему, где я обращаюсь к землянам. Ну, земляне, давайте. Вы там, где-то в разных уголках нашей земли. Я здесь, в этом саду. Ну, нас объединяет канал, объединяет все позитивное, все хорошее. Здесь собрались все положительные люди. Ну, я скажу так, что я сочувствую и тем, которые не положительные. Они тоже как бы вызывают у меня сострадание. Потому что, ну, человеку свойственно быть радостным в жизни и не быть негативным. А если у него негатив, значит, что-то у него не так в жизни, что-то его тревожит, что-то у него, ну, неправильно идет в жизни. Поэтому я сочувствую этим людям и призываю, знаете, что будьте позитивными, улыбайтесь чаще, и к вам придет все хорошее. Потому что вы своим негативным отношением отпугиваете от себя все хорошее. Идем сейчас. У нас там цветочки начали распускаться. Я, конечно, делаю быструю такую прогулку, потому что прохладно, ветер меня пронизывает. Вот она, слива, видите. Ну, как бы сохранилась. Ну, морозов не должно быть. Просто ветер, холодно. А я жду тепла. Я жду тепла, и у нас вот желтая, видите, магнолия. Она немножко подмерзла, черненькая, но внутри, я думаю, что будут хорошие цветочки. Видите, мы всей большой командой идем. Несем дракончика домой. Поставим, который вылупился. И здесь у нас на выходе, где обычно я даю пироканту. Смотрите, вот зацвела айва японская. Вот эти как красивые. Но она еще не распустилась, только начала. Вот оно, систер, смотрите какой. Вот он. Вот у нас подмерзли, видите, я показывал. Вот единственное, что пострадало морозы, это вот магнолия, да. Она пострадала, но есть вот еще, видите, листочки, есть почечки еще, вот они. Вот надежда, что там в них цветочки. Это первые цветы, она обычно 2-3 раза цветет. Лирик, Лирочек, ты где? Все, мы возвращаемся. Я уже немножко замерз. Вот у нас, видите, то есть нарциссы. Было тепло, потом раз резко что-то и похолодало. Ну, я все равно беру в руки камеру, иду и снимаю, потому что, ну, каждый делает то, что может делать. Вот я могу это делать, я это и делаю. Кто-то хлеб печет, кто-то людей подстригает. А я не знаю, чем занимается Пьер. Оксана, передайте привет Пьеру. Чем он занимается? Лирик! Вон он, видите, сидит. Лирик, вон он. Вот он. Лирик! Домой! Серега сегодня отпросился. Ну, два Сереги. Говорит, холодно, что мы будем делать? Вот, Оксана, чем он занимается? Ну, профессия его. Расскажите, потому что вот Ольга говорит, что Йозеф, он парикмахер. А чем занимается ваш муж? Я, вот у меня профессия, делаю тяпки, снимаю видео про этих вот прелестных бульдожек. Знаете, как пули унеслись, но сейчас как пули опять принесутся, потому что я-то задержался, Мирка, он выскочила. Лирик, домой! Лирик! Лирик не пойдет, Лирик останется. Вот, видите, он придет. Я оставил открытый вот дверь, он придет. А этих надо вести, они как маленькие дети, земляне. Ну вот мой такой репортаж, хоть и солнышко скрыто, но оно там все равно есть. Просто так надо, видимо, перед дождем, дождь нужен. Вот у нас здесь нарциссики, а я заканчиваю видео на самом позитивном. А что у нас самое позитивное? Это
цветы. Солнышко, которое там где-то прячется. Вот, цветы, которые вылезли. Вот. Видите, тюльпанчик. Он уже тут 5 дней. Мирочка, ты наступила ножкой. Мирка. Она не понимает. Наступает. Ну, все равно тюльпанчик выживает. Вот, собачки. Вот. И земляне. И я, Александр Док. Приветствую вас всех. А вот он, кипарис. Тоже выживает. Они в теплых странах растут. Но я посадил, вот видите. Раз, два, три кипариса. Ну, хочу, чтобы и у нас были теплые страны. Так хочется тепла. И тепла всякого. И духовного тепла. И тепла от солнышка. Поэтому солнышко все равно там есть. Оно всегда находится на своем месте. Ну, облачка затянули временно небо. Ну что, ну, значит, это тоже нужно для чего-то. Так, все, пошли. Пойдем. В общем, я прогулялся с собачками. Лирик там остался. Ну, вот еще. А, вот. Вот на этом цветочке. Видите, какой гиацинтик красивый вылез. Смотрите, какой. По скриптам, земляне. Вот я переоделся с улицы. Марсик со мной. Вот он. Марсюха. Остальные там у Виктории. Побежал на кухню проверять. А я скажу заключительное слово к этому видео. Марсюха, иди. И ты тоже скажешь человечеству. Ну-ка, покажись, где ты там. Земляне, даже тем, кто поставит на это видео лайк, извините, лайк. Тем, кто поставит лайк, это само собой. Тем, кто поставит дизлайк, я желаю душевного счастья, материального благополучия, здоровья. Пусть этот человек, даже если он ставит минус, а я ему желаю плюс. Потому что все равно Вселенная, она вся состоит из плюсов. Марсик этому подтверждение.